Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Анастасия Попова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Студент Казанского университета, ставший добровольцем года, поделился своей историей и о том, как он помогал больным. Какие теневые стороны у цифровизации? В Доме правительства Республики Татарстан прошла встреча президента Татарстана Рустама Миниханова с ректорами вузов и представителями академической науки. На правах председателя Совета ректоров вузов Республики Татарстан ректор Казанского университета Ильшат Гафуров подвел основные итоги деятельности учреждений высшего профессионального образования Татарстана за текущий год. Рустам Миниханов высоко оценил активное участие университетов в акциях взаимопомощи «Мы вместе» Ярдем Янеше и провел церемонию награждения. За бескорыстный вклад в организацию акции ректор Казанского университета был удостоен памятной медали и грамоты президента Российской Федерации. В Большом зале КСК КФУ «Уникс» состоялось заседание ученого совета Казанского университета. О том, какие вопросы были на повестке дня, смотрите в нашем следующем сюжете. Перед началом заседания ректор Казанского университета Ильшат Гафуров вручил дипломы доктора и кандидата наук, дипломы и аттестаты о присвоении ученых и почетных званий Казанского университета. Далее заседание открылось с обсуждения вопросов на повестке дня. Среди них – выборы заведующих кафедрами, конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представление к присвоению ученых званий, выдача диплома доктора и кандидата наук и другие. Кроме того, ректор Ильшат Гафуров выступил с докладом об итогах работы университета за 2020 год. Этот же год он нас испытывал, и, как мне кажется, он заново мы научились по-настоящему ценить такие важные вещи, как помощь, взаимовыручка, внимание к коллегам, забота о близких. Вы знаете, что весной мы получили распоряжение перейти сразу на дистант, но тем не менее мы перешли на эту форму образования лучше всех. Также в рамках заседания были вручены ведомственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан отличившимся сотрудникам университета, после чего участники заседания почтили минутой молчания память ушедших сотрудников Казанского университета. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Ленард Влетьяров, Универньюз. Определены молодые ученые-получатели стипендии президента Российской Федерации в 2021-2023 годах. Стипендия составляет 22 800 рублей в месяц и назначается сроком до 3 лет. Победителями конкурсного отбора стали 587 молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования. Среди них 17 представителей Казанского университета. Студент Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Аммар Хусейн стал победителем в конкурсе «Доброволец года 2020» в номинации «Волонтер-медик года», а также в конкурсе «Добрый Татарстан 2020» в номинации «Доброволец года в сфере здравоохранения». Аммар Хусейн поделился своей историей и рассказал, как он помогал больным в такое непростое время. Подробности в репортаже нашего корреспондента. «Если не мы, то кто?» – считает Аммар Хусейн, приехавший на учебу в Казань из Ирака. Еще будучи студентом 4 курса, он не испугался трудностей и, не сомневаясь ни секунды, вызвался помогать больным в самый разгар пандемии. В течение 3 месяцев, не покладая рук, молодой врач боролся за каждую жизнь. Работа шла не только в стенах университетской клиники Казанского университета, но и в других медучреждениях города. Аммар Хусейн стал волонтером, отработавшим наибольшее количество часов в красной зоне по Татарстану. Это сложно, реально сложно, нагрузка большая. И еще, когда ты сам понимаешь, что ты работаешь с пациентами, с по ними, которые являются они носители ковида, и ты можешь, что ты понимаешь, что ты тоже можешь переболеть, вот тут еще дополнительная, как вы сказали, нагрузка, давление. А так, это наша работа, наша профессия. Аммар Хусейн уверен, самая большая награда за его работу – это выздоровление пациента. По словам студента, один из самых тяжелых случаев за его практику стал ежедневный выезд к семье, живущей в 22 километрах от Казани.
стала дочкой, с ней уже очень сложно было объяснить, что она должна верить, она уже психологически перелом у нее, она должна верить в себя и должна принимать лекарства и лечение. Она не хотела от всего этого она отказала от всего вот это. Я где-то один раз у нее был 3-4 часов, я еще вот ее родственники тоже через дверь, мы с ней разговаривали, объяснили, в итоге она начала принимать, и потом она выздоровела от этого. Несмотря на то, что работа в красной зоне завершилась, Омар Хусейн продолжает принимать вызовы и помогать больным, продолжая осуществлять мечту детства. В будущем молодой врач планирует стать хирургом. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялось очередное заседание дискуссионного клуба. О том, какие темы обсуждались, смотрите в нашем следующем сюжете. Чем грозит цифровизация и какие у нее теневые стороны? На эти и другие вопросы ответили эксперты Казанского университета. Директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский, заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Елена Грабец и директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. Поделились опасениями, у всех они примерно одинаковые, но сошлись на том, что все-таки цифровизация и цифра – это инструмент. И как и любое другое изделие, в умелых руках оно может делать хорошие вещи, но, собственно, в каких-то других руках может привести к каким-то бедам. Следует отметить, что вопросы цифровизации всего и вся особенно обострились в эпоху пандемии, когда весь мир практически перешел в онлайн. Все-таки надо понимать, что цифровизация и в период пандемии она поделила людей пополам, то есть после того, как все хорошо уляжется с коронавирусом, мир уже прежний не будет, потому что часть людей ушла в онлайн, обратно возвращаться она не особо хочет. Есть ряд других людей, которые, наоборот, соскучился по офлайну и будет принципиально хотеть вот именно очного контакта. И вот как эти две формации людей будут друг с другом взаимодействовать, это, конечно, вопрос. Полную версию дискуссионного клуба можно посмотреть на аккаунте телеканала «Универ ТВ» в YouTube. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. В Елабужском доме научной коллаборации имени Камиля Валиева Казанского университета продолжается серия предновогодних мероприятий для детей дошкольного возраста. Какой досуг организовали ребятам в этот раз, смотрите в нашем следующем сюжете. Отпраздновали Рождество в Елабужском ДНК в формате интерактивных занятий для участников курса «Английский для детей». Ребята получили послание чудища Гринча, решившего украсть праздник. Но он согласился этого не делать, если дети покажут хорошие знания английского языка. Помогали им в этом учитель и эльфы. Важно не только проводить практические занятия, но и проводить такие праздничные мероприятия, как, скажем, Новый год или наши последующие праздники, где дети могут показать все то, чему они обучились на протяжении этого периода, подружиться друг с другом и закрепить те умения и навыки, которые были сформированы на протяжении этого периода. Найти спрятанные картинки и дать им название на английском языке, вспомнить наименование новогодней атрибутики и узнать новые слова. Все это вошло в задание для детей. Изучая иностранный язык, ребенок запоминает стишки, песенки, игры какие-то. И таким образом идет именно развитие памяти ребенка. Это, наверное, самая главная цель. Задача наших педагогов – сделать урок интересным, постоянная смена деятельности, чтобы ребенок вот таким образом все-таки приучался работать. Также ребятам предстояло разукрасить снеговика по цифрам, спеть песню и станцевать. В завершении праздника дети зажгли рождественскую елку, получили подарки от Санты и дружно спели знаменитую композицию «Джингл Беллс». Ксюша в свои 4 года, она уже очень много за 2 месяца выучила, и считать научилась, и игрушки выучила, очень много слов, песенок, цвета хорошо уже знает, называет. Мы очень довольны. Отметим, что набор на курс «Английский для детей» продолжается. К участию приглашаются ребята от 4 до 6 лет. Занятия ведут лучшие преподаватели Елабужского института Казанского университета. Диана Желенкова, Денис Сипайлов, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!